Уважаемые богородчане, кто-то из вас 27 ноября оставил на сайте комментарий по поводу того, что у нас очень скользко в поселке Богородское и особенно на улице 1 мая около налоговой инспекции и у гаража управления образования. Утром 28 ноября глава администрации Николай Рылов взял песочек и подсыпал особо проблемные участки. Посмотрите. Уже тут не проедет. Нет. Вон на танке не проехал.